пишет. Ветер дует, великий писатель Плеханов. Про меня гадости пишет, мне их не продает. Вот, Паша, демократ. На вашей машине ездит. На моей машине ездит. Сейчас есть. Уже границу идет с нами. Все вы такие гадости писали. Нет, ты хорошо вы пишете, но потом ты гадость добавляете. Какая разница? Я согласен, но ты делаешь бочку меда, а потом ложку дёгтя. Второе издание для скалки. Второе издание, да, брат, второе издание. Какое второе издание? Президент по Владимирскому тракту погоним. Потому что сидя мне. Подальше от бюрократов. Эти столы коммунисты придумали. Президиум сядут чиновники, начальнички, так сказать, руководители отдела. И своего генсека сжимают со всех сторон. Поэтому поближе к народу, где чище и свободнее. У нас на улицах убивают, Там на улицах не убивают. Там сильная полиция, ты бумажку бросил не в том месте, тебя уже оштрафуют. Закурил не в том месте, все это видят, фиксируют. А у нас разбой на улицах и разбой по телевидению. Тоже способ вас уничтожать. Вы же быстрее получите инфаркт, инсульт. Вы же переживаете. Переживаете днем, когда некуда идти на работу. Когда вы боитесь за свою дочь, боитесь за сына. Сам в Москве жил в Отрадном, это было 13 лет назад. И то, я там, как всегда, активный человек был, как сказать, типа там, как называлось раньше, домком. Поскольку порядка нету, меня избрали писателем домком. При мне привезли старуху, родственники, и бросили. Ну что дальше? А что, нам она не нужна. И старуха умирала на моих глазах. Я там дал ей какую-то пищу, но я же не могу за всеми стариками и старухами ухаживать. Вызываю скорую помощь, отправил туда, в больницу. Поинтересовался, через 3 дня умерла. Это было 13 лет назад. А сегодня это массовое явление.